Агат МБ, официальный представитель Mercedes-Benz в Волгограде, представляет региональный тест-драйв, посвященный выходу нового А-класса. Изящный дизайн, потрясающие технические характеристики и роскошь в каждой детали. Без сомнения, это автомобиль нового поколения. Предлагаю познакомиться с ним поближе. Автомобиль способен произвести впечатление на каждого. Футуристический дизайн и спортивный нрав, интеллектуальные системы безопасности и мультимедиа, три линии комплектации, включая AMG Sport. Все это революционный А-класс. Превосходная динамика в первую очередь. То есть для такого достаточно небольшого и компактного автомобиля, что в рамках нашего города вполне важно, да, немаловажно. Везде пробки, везде много машин. На этом автомобиле вы легко везде припаркуетесь, легко везде подъедете и заедете. Причем очень хорошая разгонная динамика. Всего 8,3 секунды, и спидометр показывает 100 километров. Это первый момент. Второй момент. Линейка двигателей, рядные четырехцилиндровые. Объем двигателя 1,6, но все двигатели турбированные. Поэтому 122 лошадиные силы у автомобиля А180 и 156 лошадиных сил у автомобиля А200. Но причем расход топлива по городу всего 7 литров. Изысканный интерьер нового А-класса наполнен эксклюзивными деталями, не теряя спортивного характера. Благодаря инновационным решениям путешествия на новом Mercedes проходит с особым комфортом и дарят абсолютно новые эмоции. Эргономика любого автомобиля Mercedes-Benz, в том числе, безусловно, А-класса, очень удобная. То есть водитель все имеет под своей рукой, скажем так. Если ему нужно переключить волну, да, либо любимый трек, он рукояткой, контроллером, джойстиком легко это делает, удобно переключает. Коробка передач, обратите внимание, если вы посмотрите, то вы не увидите рычага коробки передач в привычном для нас месте. Коробка передач, рычаг коробки передач находится на руле. То есть вот привычка, безусловно, и вы переключаете легко передрайв, заднее, паркинг. То есть это очень удобно. Это тоже такая достаточная инновация в автомобиле А-класса. А-класс – это воплощение динамики и драйва. Недавно появившись на рынке Волгограда, он уже завоевал признание автолюбителей. Особой популярностью А-класс пользуется среди модной молодежи. Небольшой автомобиль для, я не знаю, мне как кажется, для людей, которые от 18 до 25 лет. Для городской мало бензина есть, разгон хороший. Симпатично выглядит, самое главное. Говоря об эксклюзивном характере Mercedes, нельзя не упомянуть о продвинутой системе безопасности. Интеллектуальные бортовые системы позволяют А-классу поднять планку на новую высоту. Так, система предупреждения столкновений сигнализирует о препятствиях на дороге и помогает предотвратить наезды. Выбираем автомобиль для семьи. Mercedes, ну, отличный вариант для совместных поездок. Да, наверное, еще стоит отметить безопасность. Это самое главное для мамы. Да. Потому что возить детей, ну, действительно, подушки безопасности. И очень понравилась вот эта штука, которая стоит в значке, которая пикает, когда есть препятствия на дороге. Такой автомобиль – мечта каждого городского жителя. Атлетическая внешность, грациозная осанка, настоящая безопасность и реальный драйв. С Mercedes A-класс вы будете выглядеть стильно и роскошно. Этот автомобиль просто создан для того, чтобы покорять горячие сердца.